Staigā manā priekšā un esi bez vainas. Ходи. Staigā. В библейском понимании. Bībeles izpratnē. Это доверяй мне. Tas nozīmē uzticies man. Доверяй мне. Uzticies man. Ходи предо мной. Staigā manā priekšā. Это значит доверяй мне. Tas nozīmē Знай, что я постоянно. Zini, ka es vienmēr pastāvīgi. Наблюдаю. Vēroju. За тем, как ты ходишь. То, kā tu staigā. Поэтому в евреях написано, Tāpēc ebrejiem ir rakstīts, чтобы вот это хромлющее исправилось, чтобы не хромать lai на обе ноги, uz abām kājām, чтобы восстановиться и начать ходить пред Богом. Lai atjaunotos un sāktu staigāt Dievu priekšā. Он говорит, тебе нужно ходить предо мной Viņš saka, tev jāstaigā manā priekšā. И быть непорочным. Un esi bez vainas. Непорочен на иврите. Без vainas, tas nozīmē, Мы это слово используем для маленьких детей. Mēs to vārdu izmantojam maziem bērniem. Это слово tamim, tamim. Tas ir vārds tamim. Это значит, ну, непорочен, он ещё ничего не сотворил такого, ничего плохого не сделал, ещё он такой. Vēl neko sliktu nav izdarījis. Непорочен. Esi nevainīgs. И поэтому Иешуа сказал, если не будете как дети, ja tu, Jēzus teica, ja nebūsiet kā bērni, то не войдёте в царство. Tad neieiesiet debesu valstībā. Ходи предо мной и будь непорочен. Staigā manā priekšā un esi bez vainas. И поставлю завет мой между мною и тобою и весьма-весьма размножу тебя. Un es celšu derību starp sevi un tevi un es tevi vairodams vairošu. То есть есть условность или условие. Tātad ir kaut kādi nosacījumi. Господь говорит Аврааму. Dievs saka Avramam. Ходи предо мной, будь непорочен. Staigā manā priekšā, esi bez vainas. Я El Shaddai. Es esmu El Shaddai. Бог, который питаю. Dievs, kas baro tevi. Бог, который пекусь о тебе. Dievs, kas par tevi rūpējās. Я поставлю с тобой завет. Es celšu derību ar tevīm. И в этом завете я тебя размножу. Un šajā derībā es tevi vairošu. Pastor Oleg, Oleks. С нами в этот раз здесь, он любит говорить об этом умножение в тысячи крат, то, что Бог обещал Моисею. Un viņam patīk runāt par šo vairošu, pavairošanu tūkstošu kārtējo, ko Dievs solīja Mozum. Но я сегодня немного о другом. Es šodien nedaudz Да, конечно, когда ты в завете с Богом, и Бог в завете с тобой. Kad tu esi derībā ar Dievu, vai Dievs ir derībā ar tevīm. Это подразумевает размножение. Tas ar to tiek saprast vairošanās. Во всех сферах жизни. Visās dzīves sfērās. Но я немного о другом. Bet es par citu nedaudz. И пал Авраам на лицо свое. Un Abrams nometās uz savu vaiga. Бог продолжал говорить с ним и сказал. Un Dievs turpināja ar viņu runāt un sacīja. Я. Вот завет мой с тобой. Mana derība ar tevi ir šī. Ты будешь отцом множества народов. Tu būsi par tēvu daudzām tautām. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Abrams, bet tavam vārdam būs būt Abrahams, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Друзья, draugi, есть время в нашей жизни, ir laiks mūsu dzīvē, когда в духовном плане, в духовном мире меняется наше имя. Mainās mūsu vārds. Есть время в нашей жизни, ir mūsu dzīvē laiks, когда сам Бог, kad pats Dievs, начинает говорить с нами. Sāk runāt ar mums. Не просто мы ищем Бога. Nevis vienkārši mēs meklējam Не Dievu. Просто то, чему мы научены на протяжении всей нашей христианской жизни. Nevis vienkārši to, ko mēs esam iemācījušies, ko mums iemācījušies. Да, нам нужно искать лица Божьего. Vajag meklēt Dievu. Да, нам нужно преклонять свои колена. Vajag savus ceļus. Да, нам нужно стремиться к Богу. Mums jātiecās uz Dievu. Да, мы это наша обязанность молиться Богу. Tā ir mūsu, tas ir mūsu pienākums Да, мы должны поститься. Ja mums ir jāgavē. Все это присутствует. Он говорит, ходи предо мной. Tas viss ir klātesošs. То есть веруй мне. Tas ir staigā manā priekšā. И будь непорочен. Tici man. Это посвящение Богу. Tā ir veltīšanās Dievam. Но есть момент. Bet ir moments. Когда сам Бог начинает говорить и обращаться к нам. Kad pats Dievs sāk runāt un
griežās pie mums. Есть момент в нашей жизни, ir mūsu dzīvē moments, когда Бог приходит к нам, kad Dievs atnāk pie mums, и что-то меняет un kaut ko maina внутри нас, mūsu iekšienē, что-то меняет kaut вокруг maina, нас, mums apkārt. Он дает нам новое имя в духовном мире. Viņš dod jaunu vārdu garīgajā pasaulē. И он говорит потрясающую вещь. Un viņš saka brīnišķīgu Давайте lietu. Откроем вместе сейчас. Atvērsim kopā. Исаию. Jesaja. Исаия 45 глава. Jesaja 45. Аллилуйя. Nodaļa. Исаия 45 глава. Jesaja 42 nodaļa. Так говорит Господь. Помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного. 45. Nodaļa no 1. Līdz 6. pantam. Tā saka tas kungs uz Kīru savu svaidīto. Kīru es atvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņam priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņa gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā, lai vārti viņa priekšā nepaliktu aizslēgti. Es iešu tavā priekšā un līdzināšu, nelīdzinās tā, kas es satriekšu vara durvis un salauzīšu dzelzs aizšaujumos. Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslētos dārgumus, lai tu atzīsti, ka es esmu tas kungs, Izraela Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā. Jēkaba sava kalpa dēļ un Izraela sava izredzētā dēļ es tevi nosaucu tavā vārdā un devu tev cienījumu vārdu, kuru tu mani vēl nepazini. Es esmu tas kungs un cita nav neviena, bez manis neviena dieva nav. Es tevi abruņoju, jebši tu mani nepazini, lai atzītu no saules lēkta līdz saules rietam, ka bez manis cita nav neviena. Es esmu tas kungs un cita nav neviena. Amīn. Amen. Paldies, Jēzus. Amen. Спасибо, Иисус. Послушайте, друзья, не всегда будет так, как сегодня. Не vienmēr būs tā, kā šodien. Что-то, может быть, не происходит в вашей жизни, kaut kas, varbūt, потому что за недостатка ведения, Библия говорит, гибнет народ. Jo zināšanu trūkum dēļ iet bojā tauta. Нам нужно знать дарованное нам от Бога. Mums ir jāzina, ko Dievs mums ir dāvājis. Мы должны знать, что Чему Бог нас призывает? Mums ir jāzina, kam Dievs mūs ir aicinājis. Бог обращается к Аврааму. Dievs vēršas pie Abrama. Которого уже призвал. Kuru viņš ir aicinājis. Обещает, что у тебя будет сын. Viņš sola, ka būs tev dēls. Все у тебя будет хорошо. Viss tev у тебя būs будет labi. Наследник. Tev būs mantinieks. Они торопятся с Сарой. Viņi ar Sāru steidzās. То есть это о чем говорит? Tas par ko runā? Они уже призваны. Viņi jau ir aicināti. Бог уже призвал их. Dievs jau ir aicinājis. Они уже находятся у Бога. Viņi jau ir pie Dieva. Но они еще не разумеют воли и планов Божьих. Bet viņi vēl neizprot Dieva plānus. Они уже с Богом. Viņi jau ir ar Dievu. Но они не знают Бога, как должно знать. Bet viņi nezin Dievu tā, kā viņiem vajadzētu zināt. И поэтому они рождают Исмаила от Агари. Tāpēc viņi no Hagaras dzemdē Izmaēlu. Почему? Kāpēc? Потому что у них старые имена. Tāpēc, ka viņiem vecie vārdi ir. Бог их призвал, но они живут еще по-старому. Dievs viņus ir aicinājis, bet viņi dzīvo pa vecam. Так бывает в нашей жизни. Так бывает в нашей жизни. Tā notiek mūsu dzīvē. Кто бы мы не были. Lai kas mēs Бог būtu. Призвал нас. Dievs mūs ir aicinājis. Бог позвал нас. Dievs mūs ir Бог оправдал нас. Dievs mūs ir taisnos. Бог прославил нас, как римлянах написано. Dievs mūs ir cels godā. Но мы не знаем, как жить по-новому, а по-старому не хотим. Mēs nezinām, kā dzīvot pa jaunam, bet pēc vecā mēs negribam dzīvot. И поэтому рождаем un tāpēc dzemdēm Исмаилов. Izmaēlu. Кто-то слышит меня? Kas dzird mani? Рождаем Исмаилов. Dzemdējam Izmaēlus. А потом проблема. Un pēc tam ir problēma. Здесь šeit Исмаил родился уже. Šeit Izmaēls jau bija dzimis. Уже был Измаил. Izmaēls jau bija piedzimis.
В таком состоянии, в котором находились Авраам и Сара, тая ставокли, када бия Абрахам, Абрамс и Сара, они не могли родить то, что было обещано Богом. Viņi nevarēja piedzemdēt to, kas bija Dieva solīts. Богу нужно было дать им новые имена. Dievam bija viņiem jāiedod jauni vārdi. И Бог добавил им букву «Hey». Un Dievs viņiem pielika šo «H» burtu. «Hey». «H» burts. Он добавил Аврааму. Viņš pielika Абрамам. И «Hey» добавил Саре. Un «H» pielika Сарай. Что это значит? Ko tas nozīmē? Вы знаете, он взял эти два «Hey» своего, со своего имени Иегова. Viņš paņēma šos divus H no savu vārda Иегова. Одну Юд Хей Вав Хей. Это Иегова. Tas ir одну букву дал Аврааму. Vienu, одну букву дал Саре. Vienu Сарай, vienu Абраму iedeva. И после этого un pēc tam родился Исаак. Piedzima Izaks. Друзья, нам нужно понять одну вещь. Mums jāsaprot viena lieta, draugi. Что помимо того, что если мы женаты, bez tā, ka mēs esam precējušies, Бог хочет мне дать новое понимание или свое откровение. Dievs grib man dot jaunu sapratnību, atklāsmi. Он также хочет моей жене дать откровение. Viņš tāpat grib manai sievai dot atklāsmi. Потому что если только я имею откровение, jo, ja tikai man būs atklāsmi, она не имеет откровения, bet viņai nav atklāsmi, будет конфликт. Būs konflikts. Конфликт. Конфликт. То есть Аврааму Бог сказал, у тебя будет сын. Авраам Dievs teica, tev būs dēls. Авраам говорит, окей. Авраам сака, окей. Сара говорит. Сара сака. У тебя, конечно, будет сын. Тев, протамс, būs dēls. Я тебе дам Агарь. Es tev iedošu Агари. И все будет четко. Un viss būs perfekti. Но здесь Бог. Bet šeit Dievs. Видите, какой Бог мудрый. Redziet, kā Dievs. Когда Бог обращается к нам, kad Dievs vēršas pie mums. В его назначенное время. Viņa noliktajā laikā. Ты говоришь, ну сколько можно, я уже жду Бога, и он не обращается ко мне. Tu var teikt, cik var gaidīt, es jau gaidu Dievu, nevar sagaidīt. Аврааму было 99 лет. Абрамам bija 99 gadi. Ты еще не родил достаточно Исмаилов. Tu vēl pietiekami Izmaels neesi sadzemdējis. Аврааму было 99 лет. Абрамам bija 99 gadi. Бог к нему обратился. Знаете, почему он упал на лицо? Kāpēc viņš nokrita uz sejas? Ziniet, kāpēc? Потому что он думал, что уже исполнилось то, что Бог ему обещал, и вдруг Бог с ним заговорил опять. Jo viņš domāja, ka viss jau piepildījies to, ko Dievs viņam teica, bet te pēkšņi Dievs atkal runā. Некоторым из нас кажется, что уже дальше больше ничего не может быть в моей жизни. Вот уже все есть, уже все, я спасен. Я иду на Daudziem небо. Liekas, es esmu glābs, все хорошо, debesī, мне надо молиться, поститься. Man vajag lūgt un gavēt. Вот все хорошо. Viss ir labi. Чтобы хуже не стало. Lai sliktāk nepaliek. Чтобы не стало хуже. Lai nepaliktu sliktāk. Так нельзя жить, друзья. Tā nevar dzīvot, draugi. Нам нужно быть открытыми к тому, что Бог обратится к нам. Mums ir jābūt atvērtiem uz to, ka Dievs vērsīsies pie mums. Нам нужно быть открытыми к тому, что Бог проговорит к нам, и это будет серьезно, друзья. Mums jābūt gataviem uz to, ka Dievs runās uz mums, un tas būs nopietni. И это будет больше, нежели наши человеческие ресурсы. Un tas būs vairāk nekā mūsu cilvēcīgie resursi. Это будет больше, нежели мы можем сделать то, что мы делали раньше. Tas būs vairāk nekā mēs darījām iepriekš. Нам нужно быть открытыми и доверительными к Богу, потому что Бог сделает что-то новое. Mums jābūt atvērtiem un uzticēties Dievam, jo Dievs darīs kaut ko jaunu. У вас была конференция, творю все новое. Jums bija konference, es daru visu jaunu. Но я вам скажу одну вещь. Es jums teikšu vienu Не lietu. Все люди поняли, что это новое. Не visi ir sapratuši, kas ir tas jaunais. Не все люди вообще поняли, о чем речь. Не visi saprata vispār, par ko ir runa. Друзья, нужно быть достаточно открытыми, jābūt pietiekami atvērtiem, для того, чтобы понять, lai saprastu, что Бог заговорит с тобой, kad Dievs со мной, tevi, когда ar mani, Он посчитает нужным. Kad viņš uzskatīs par vajadzīgu. Почему Он им дал букву «Hey» и Саре и Аврааму. Kāpēc viņš iedeva šo H burtu Sārai un Abramam? Это не просто божественное начало. Tas ne tikai ir dievišķais sākums. Юд, хей, вав, хей. Это Иегова переводится был, есть и грядет. Иегова толкуясь как бия, ир и нак. И Бог хотел что-то проговорить, и Бог хотел что-то сделать в том, что Он дал им эту букву и ей, и ему.
gribēja kaut ko darīt ar to, ka viņš deva šo burtu gan viņam, gan viņai. Что же хотел Бог сделать? Ко Девс грибея дарить? Во-первых, Пирмкарт. Бог хотел поднять великий народ. Девс грибея поцелт варен тауту. Израиль. Израилу. Во-первых, Пирмкарт. Бог хотел поднять великий народ. Девс грибея поцелт варен. Для чего? Капец. Для того, чтобы родился великий царь. Lai piedzimtu varens ķēniņš. Великий спаситель. Varens glābē. Великий мессия. Varens mesija. В котором благословятся все племена земные. Kurā tiks svētītas visas zemes tautas. И Бог дает. Un Dievs dod. Имя из имени сына своего. No sava dēla vārda. Потому что Иегова это Иешуа. Иегова tas ir Иешуа. Потому что Иегова это Иешуа. Иегова, вы знаете, почему Иешуа? Павел говорит, что Иешуа вчера, сегодня и вовеки тот же? Знаете, как Павел сказал, как Иешуа вакар, шодену, потому что этот Иешуа и есть Иегова. Йо, тас Иешуа ари ир Иегова. Когда ты евреям говоришь Иегова, они понимают, что это тот, кто был, есть и грядет. Когда ты саки евреям Иегова, они сопровод, как тас ир тас, кас бия, ир он, тас куш на... И поэтому он сказал, Иисус был, есть и грядет, когда писал евреям. Когда он шрак ста евреям, он штейца, Павел, Иезус бия, ир он нак. И вот здесь Un šeit, Бог говорит, Dievs saka, я вам даю es jums dodu, и тебе, un tev, и ей un viņai, эту букву «Hey». Šo vārdu, šo burtu «H». Буква «Hey» – это пятая буква в алфавите. «H-бурц» – это пятая буква в алфавите. Пять подразумевает благодать. Пяти, ar пяти tiek izprasta žēlistība. И Бог говорит, un Dievs saka, ты не мог родить сына. Tu nevarēji dzemdēt dēlu. По плоти это невозможно. Pēc miesas tas nav iespējams. Я даю тебе и Саре благодать. Es dodu tev un Sārai žēlstību. Для чего? Kāpēc? Потому что у меня есть план. Jo man ir plāns. Я хочу поднять великий народ. Es gribu pacelt varenu tautu. Я не могу, соединяя тебя с Агарью, поднять великий народ. Es tevi savienoju ar Hagaru, он дальше говорит, ибо об Исмаиле я тебя тоже услышал. Все хорошо. Es я его par... благословлю. Es viņu svētīšu. Потому что, поэтому я верю, что мусульмане будут спасаться. Tāpēc es ticu, ka musulmaņi glābsies. Он говорит, ну я хочу поднять великий народ. Bet es vēlos pacelt varenu tautu. Через Исаака. Caur Īzaku. И дальше я хочу продолжить. Un tālāk es gribu turpināt. Для того, чтобы в тебе благословились все племена земные. Un, lai tevī svētītos visas zemes tautas. Мне нужно, чтобы родился мессия. Man vajadzīgs, lai piedzimtu мессия. Который идет по линии Исаака. Tas, kurš iet pēc Īzaka līnijas. Поэтому я беру эти две буквы. Tāpēc es ņemu šīs divas burtus. С моего слова. No mana vārda. Который есть мой сын. Kas ir mans dēls. Который есть сущий. Kas ir esošs. Который переводится «буду тем, кем я хочу быть». Kas no, tulkojas, ka es būšu tas, kas es vēlos būt. Я беру с его имени эти две буквы, одну даю тебе, Авраам. Es ņemu Авраам. Šos divus burtus. А другую даю Сарай. И ты будешь es Сара. Es dodu Abrahamam un Abramam un otru Sārai. И поэтому он Киру сказал. Tāpēc viņš Kīram teica. Kīrs же не был евреем. Kīrs taču nebija евреем. Он не был иудеем. Viņš nebija jūds. Он был, как это сказать, перс, как это? Персиц. Персидский царь. Персиш ķēniņš tas bija. Он парси, да. Ну, Иран, Иран там. Он ему говорит, viņš viņam saka, я тебя назвал по имени es tevi saucu pēc vārda, из-за Израиля, из-за Якова. Якоба Израиля дель. Это говорит не о том, tas saka man par to, что он, Бог, говорит там, kad Dievs tur runā, потому что я Аврааму обещал, jo es Abramam solīju, что через него подниму великий народ. Ka es pacelšu varenu tautu caur Kīr, viņu. Я тебя призываю, Kīr, es tevi aicinu, чтобы ты сделал определенное дело для меня. Lai tu izdarītu noteiktu darbu. Он называет Кира помазанником. Viņš sauc Kīru par svaidīto. Ko tas nozīmē? Как может быть какой-то перс помазанником? Kā var būt svaidītais kaut kāds persietis? Потому что он помог. Tāpēc, ka viņš palīdzēja. Помог восстановить, построить храм. Viņš palīdzēja celt šo templi. И поэтому сегодня есть у раввинов, у некоторых понимание, tāpēc dažiem rabīniem šodien ir tāda izpratne, что или Трамп, или Путин помогут им построить храм. Vai nu Trumps vai Putins palīdzēs viņiem uzcelt šo templi. И они говорят, что тот, кто поможет, он будет помазанником.
Неважно, какой нации он будет. Бог же назвал Кира помазанником. Но я сегодня не об этом, я о тебе сегодня. Я сегодня о тебе. Может быть, в твоей жизни много Исмаилов. И тебе нужна благодать. Бог хочет обратиться к тебе. Но ты загружен. Посланием морали. Посланием еще каким-то. Твой религиозный багаж очень большой. Но Бог говорит, это ничего не работает, это рождает Исмаила. Я хочу, чтобы ты имел Исаака. Я хочу, чтобы невозможное стало возможным. Авраам падает на лицо. Потому что Бог говорит ему, ходи предо мной и будь непорочен. После того, как он родил Исмаила, то есть ты должен научиться так ходить передо мной. Я постоянно наблюдаю за тобой. Я постоянно смотрю, что в твоем сердце. Я постоянно слышу стук твоего сердца. Ты должен ходить так предо мной. Ходить — это верить. А Богу угождаем мы только. Ты должен в своем хождении так ходить, чтобы прийти в полное посвящение мне. Потому что я тебя забрал из Ура Халдейского. Ур Халдейский — это Ир Каздим, это город бесов. Знаете, почему Авраам стал евреем первым? Еврей — это еврей, перешедший. Он перешел через реку. Он поклонялся. Написано, твой отец был арамеянин. Знаете, почему вы все евреи? Потому что вы верите в то, во что верил Авраам. Поэтому вы евреи. Друзья, он перешел из поклонения бесам в поклонение Богу. Из тьмы в свет. Из смерти в жизнь. Он говорит, ходи предо мной. И будь непорочен. Через Иисуса. Но у нас есть проблема одна. Не все мы переживаем благословение этого завета. А я скажу вам почему. Потому что помимо того, что лично у нас есть завет с Богом, как у Авраама, у нас также должно быть откровение. Подниму через тебя великий народ. И благословятся в тебе все племена земные. Мы должны понимать, что то, что Бог обещал Аврааму, это что через Иешуа будет совершенный завет с Израилем. Через Иешуа есть совершенный завет со мной. И через Иешуа есть совершенный завет с церковью, со всей. Понимаете? Сапротат. Друзья, Драуги, есть время, ir laiks, когда Бог хочет что-то изменить в духовном мире, в твоей жизни. Есть время, laiks, когда Бог хочет сделать нас плодовитыми и благословенными. Auglīgus un svētīts, верующие благословляются с верным Авраамом. Ticīgie tiek svētīti, верующие. Да, подожди, а у меня вопрос. Здесь есть кто не понимает русский? Ir, kas nesaprot krievu valodu. Ну пусть переводят, я не за этого, просто брат тоже может хочет слушать. Верующие, ticīgie. Здесь все понимают русский. Visi saprot krievu valodu. Ладно, переводи. Верующие, ticīgie. Все благословляются с верным Авраамом. С верным Авраамом. Ar uzticīgu Abramu visi ticīgie top svētīt. Ну иной раз смотришь на верующих. Dažreiz skaties uz ticīgajiem. И думаешь, а где вот это благословение? Ну, kur ir tā svētība?
Почему? Капец. Потому что мы должны понять. Jo mums ir jāsaprot, что Бог, ka Dievs, имеет в виду что-то по отношению к каждому из нас. Ka Dievam kaut kas padomāja ar attiecībā uz katru no mums. Богу мы не безразличны. Mēs neesam vienaldzīgi Dievam. Бог что-то хочет сделать в нашей жизни. Dievs kaut ko grib darīt mūsu dzīvē. И когда мы много говорим о благодати, mēs daudz runājam par žēlstību. Это не просто эйфория какая-то. Tā nav vienkārši kaut kāda эйфория. Это буквальные вещи. Tas ir burtiskas lietas. Для меня благодать. Man žēlstība. Это не лицензия грешить. Tā nav licence grēkot. Для меня благодать. Хесед. Priekš manis žēlstība. Это то, что он мне дал свое имя, Иешуа. Ka viņš ir devis man šo vārdu Ješua. Он мне дал свое имя, Иешуа Амашия. Viņš ir devis man savu vārdu Ješua Амашия. Это буквальная благодать. Tā ir burtiska žēlstība. Что мне не нужно. Ka man nevajag. Пытаться сделать что-то своими силами. Kaut ko censties izdarīt ar savu spēku. Невозможное человеку возможно Богу. Tas, kas nav iespējams cilvēkam, iespējams Dievam. Мне нужно прийти в понимание, что Бог заключил со мной завет Эль-Шадай. Man ir jāsaprot, ka Dievs El Šadai ir noslēdzis derību ar manīm. И в завете каждый из нас должен исполнять свою часть. Un derībā katram no mums ir jāpilda savu pusi. До этого, как они родили Измаила? Pirms tam, kā viņi piedzemdēja Ismaila. Они залезли в завет, чтобы исполнить Божью часть. Viņi ielīda derībā, lai izpildītu Dieva daļu. Ой, как много верующих людей пытаются исполнить Божью часть в завете. Cik daudz ticīgo cenšas izpildīt Dievu derības daļu. Отсюда рождаются обиженные христиане. Обиженные христиане. Обижающиеся христиани. Отсюда рождаются христиане, которые постоянно разрушены. No šejienes nāk kristieši, kas vienmēr sagrauti ir. Отсюда рождаются люди, которые не имеют будущности, надежды. Un no šejienes nāk cilvēki, kuriem nav cerības uz nākotni. Потому что они хотят исполнить Божью часть в завете. Jo viņi derībā grib izpildīt Dieva daļu. Viņi palīdz Dievam. Но мы никогда не были призваны помогать Богу. Mēs nekad neesam bijuši aicināti palīdzēt Dievam. Библия говорит, что Дух Святой помощник нам. Bībele saka, ka Svētais Gars ir mūsu palīgs. И одно из переводов. Un vienā tulkojumā. Eliezer. Eliezer. Это Бог помощник мне. Dievs ir palīgs man. Мой Бог помощник мне. Mans Dievs ir mans palīgs. И давайте вспомним Исаака, Ривку, Авраама, Элиезера. Atcerēsimies Авраама, Элиезера, Исааку. Вы знаете, Авраам заклял Элиезера. Абрахамс, viņš tā kā nolādēja Элиезера. Чтобы он не брал жену. Viņš там, где они жили. Piekodināja neņemt sievu. Чтобы он сходил туда, откуда пришел Авраам, и оттуда его привел жену. Lai viņš aizietu tur, kur aizietu šim Izakam atvestu sievu. Я не буду говорить, почему Олег знает об этом очень хорошо. Олег zina par to ļoti labi. Потому что земля была наполнена рифаимами. Рифаимами, да. Tāpēc, ka zemi bija pilna tajā laikā рифаимiem. Потому что было множество рифаимов на земле. Bija daudz refaīmu. Где жил Авраам? Kur, tur, kur dzīvēja Abrahams. Да. И поэтому он заклял его. Tāpēc viņš piekodināja. И сказал, иди, ну здесь потрясающая картина. Šeit ir brīnišķīga aina. Авраам представлен как Бог. Абрахамс ir kā Dievs. Исаак представлен как Иешуа. Ir kā Иешуа. Элиезер представлен как Дух Святой. Элиезерс ir kā Svētais Gars. Элиезер. Элиезерс. Бог мой помощник. Dievs ir mans palīgs. А мы хотим очень часто, bet mēs ļoti bieži vēlamies, чтобы мы были помощники Богу. Lai mēs būtu palīgi Dievam. Так не получается, друзья. Tā nesanāk. Отсюда рождаются Исмаилы. No šejienes dzimt Ismaili. Есть проблема. Ir problēma. Нам надо, ну, нужно с этим заканчивать. Ar to ir jāizbeidz. Аллилуйя. Аллилуйя. Я говорю кому-то сегодня. Es kādam šodien kaut ko saku. Послушайте. Paklausieties. Когда Элиезер, пошел туда, aizgāja tur, куда отправил его Авраам, tur, kur viņu Abrahams sūtīja, он принес Ривке дары. Дары. Viņš atnes, Ребекке. Viņš Ребекке atnesa dāvanas. Я на иврите все имена говорю. Он принес ей дары. Viņš atnesa viņai dāvanas. Это как благодать. Tā ir kā žēlastība. Это то, что Господь дает нам. Tas ir tas, ko Dievs dod mums. Это то, что Бог дает нам. Tas ir tas, ko Dievs dod через mums. Духа Святого. Caur Svēto Garu. Он нам дал Viņš mums deva имя Иешуа.
Ешо варду. Он нам дал Духа Святого. Виш мумс дево свято гару. И дал нам дары. Он дево мумс давно. Но мы не можем иной раз в этом разобраться. Бет мэйс неварам тэ виса тэк скалиба. И поэтому продолжаем действовать по плоти. Он тапэц турпинам рикодес пэс Если у Авраама был один Измаил. Я Авраамом бия венс Измаилс. То у многих из нас уже сотни Измаилов. Тэ даудзэм на мумс явэр 40 Измаил. Но Бог этого не хочет. Bet Dievs to nevēlas. Мы не можем дождаться своего времени. Mēs nevaram sagaidīt savu laiku. Мы не можем дождаться своего времени. Поэтому, знаете, почему браки рушатся? Ziniet, kāpēc laulības brūk? Ой, я уже боюсь сейчас себя. Es jau baidos no Браки рушатся, потому что люди не дождались своего времени. Tās izjūk, tāpēc, ka cilvēki nav sagaidījuši savu laiku. Браки рушатся. Laulības brūk. Потому что кто-то не может выдержать. Tāpēc, ka kāds nevar izturēt. Un saka. Ну, я начну блудить. Es sākšu pārkāpt laulību. Если ты выходишь замуж или женишься только лишь для того, чтобы не блудить, то ты... Мне жалко тебя. Ja tu stājies laulībā tikai tāpēc, lai negrēkotu, tad man žēl tevis. И Аврааму нужна была эта буква. Un Авраамам вайдзай шо буква. И Саре нужна была эта буква. Un Сарай вайдзай шо буква. Это говорит о том, что в нашей семье должно быть одно видение. Это снозиме то, кому с Димой Это не говорит о том, что мы марионетки. Мы не имеем своего мнения. Кому с Навсавас Но это говорит о том, что одно направление. Bet tas saka par to, ka mums ir viens Одна viens, благодать. Viena žēlstība. Это говорит о том, что одно слово, которое мы получили от Бога. Это сака par to, ka viens Друзья, vārds, это очень важно, то, что я говорю. Esam saņēmuši no Dieva. Tas ir ļoti svarīgi, ko И тогда saku. Не будет проблем. Un tad nebūs problēmas. Потому что если внутри нет проблем, то ja. Проблемы, которые приходят снаружи, мы их отобьем. Ja iekšēnē nav problēma, tad tās problēmas, kas Понимаете, нам no ārienes, друзья? Mēs tās atvairīsim. Если внутри Ja iekšēnē. Есть единство духа в союзе мира. Ir miera, ir šī gara savienība. Если внутри есть благодать. Ja iekšē ir žēlstība. Если внутри есть имя Иешуа. Ja iekšēnē ir Иешуа. Если внутри есть понимание. Ja iekšēnē ir sapratne. Того, что прошли, того, что есть, и того, что грядет, то, что грядет. Par to, kas ir iziet cauri, kas ir tagad un kas vēl nāk. Тогда. Tad. Все, что снаружи пытается атаковать. Vis, kas no ārienes cenšas uzbrukt. Будет побеждено. Tiks uzvarēts. Понимаете? Saprotiet. Исаак родится. Un Izaks piedzims. Исаак обязательно родится. Izaks obligāti. И слушайте, piedzims. Что Бог говорит Аврааму. Un klausieties, ko Dievs saka Abramu. 18 стих. 18. И сказал Авраам Богу. Un Abrahams sacīja uz Dievu. О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Kad tik Izmaēls tavā priekšā paliktu pie dzīvības. У него уже новое имя. Viņam jau ir jauns vārds. Но он до сих пор не понимает Божьего плана. Bet viņš joprojām nesaprot Dieva plānu. Так бывает с нами. Tā mēdz būt ar mums. У нас новое имя в духовном мире. Mums ir jauns vārds garīgajā pasaulē. Но мы еще не понимаем. Bet mēs vēl nesaprotam. Когда апостол Павел изгонял бесов, исцелял больных. Kad apostols Pāvils izdzina ļaunos garus, dziedināja slimos. Нес Евангелие. Nes evaņģēliju. Vasī. Азия. Азия. Некоторые люди хотели повторять за ним. И бить человека, который грибе его откартот. И говорят. Он сака. Во имя Иешуа. Иешуа варда. Которого проповедует Павел. То, та варда, кур слудина Павелс. Этот человек, в котором были бесы. Тас человек, с кура бие. Сказал, Иешуа я знаю. Он считает, что Иешуа я зину. И Павел известен мне. Un Pāvils man ir zināms. Друзья, draugi, Бог хочет привести нас в... Я сегодня об имени проповедую. Es šodien par vārdu sludinu. Бог хочет привести нас в такое положение, Dievs grib mums nolikt tādā stāvoklī, когда духовный мир будет реагировать на нас. Kur garīgā pasaule reaģēs uz mums. Нас научили, что духовный мир должен реагировать на имя Иисуса. Mums ir iemācīts, ka garīgai pasaulē jāreaģē uz Jēzus vārdu. Это часть правды. Tā ir daļa patiesības. Духовный мир должен реагировать на нас. Garīgai pasaulē jārēģē uz mums. Я знаю Иисуса. Es zinu Jēzu. И Павел известен нам. Un arī Pāvils man zināms. Друзья. Draugi. Сегодня имя Авраама. Šodien Abrahama vārds. Известно. Ir zināms. Всем. Visiem.
Но Авраам, bet Abrahams, даже получив новое имя, pat saņemdams jaunu vārdu, не может понять, что происходит. Nevar saprast, kas notiek. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. Аллилуйя. Un Dievs sacīja, nē, Sāra, tava sieva dzemdēs dēlu, un tu sauksi viņa vārdu Īzaks, un es celšu savu derību ar viņu par mūžīgu derību ar viņu, ar viņa pēcnācējiem pēc viņa. Это дает слово мне будущность, надежду. Šis vārds dod man cerību. Это слово мне показывает еще одну вещь. Tā šis vārds parāda man vēl vienu lietu. Что Бог заключил завет с Израилем навсегда. Kad Dievs ir noslēdzis derību ar Izraēlu uz mūžīgiem laikiem. Еще одно откровение. Vēl viena atklāsme. Кто верит, что во Христе Иисусе мы имеем новый завет? Мы новое творение, kas Бог tic, простил нас, piedevs, и теперь у нас Jesu все новое. Подними руку, кто верит. Дерība, un visi jauns ir. А кто знает, bet kas zina, что это обетование было даровано Аврааму? Ka šis, apsolījums tika dots Abrahamu. Он сказал ему, в тебе или в семени твоем, viņš teica, tevi, jeb tavā sēklā, как единственное, в семени твоем, kā vienskaitlī, благословятся все племена земные. Но подождите, друзья, мы часто говорим, да, благословились племена, я в Новом Завете, а что же с Израилем? Bet kas mums ar Izraēlu? А, Израиль еще живет по Синайскому Завету. Синайскому. А, Израиль, те дзīvo vēl pēc Sinaja derības. Нет, Израиль уже не живет по Синайскому Завету. Израиль vairs nedzīvo pēc Sinaja derības. Потому что Синайский Завет подразумевает Скинию, хотя бы, а еще более этого храм. Tāpēc, ka Sinaja derībā paredzēt, ka jābūt ir teltī vai templim. Друзья, Израиль живет по Новому Завету, даже сам не понимая этого. Израиль dzīvo pēc jaunās derības, pat pats to nesaprazdams. И поэтому вы говорите, 68 лет мы видели, как же так вот Израиль уже процветает. Un tāpēc tu skaties 68 gadu un skaties, kā Izraēla jau Потому что Новый Завет в действии. Tāpēc, ka jaunā derība ir spēkā. Да, коли Европа ходила в действии еврейского завета нового. Kamēr Eiropa gāja jaunās ebreju derības Почему я специально сказал еврейский завет? Потому что как ни крути, он еврейский. Kā negrozies šī derība ir ebreju. Потому что от них и Мессия по плоти иудей. Jo no viņiem arī ir Мессия. А по духу Господь. Ir pēc miesas jūds un pēc gara tas ir их отцы, которым дано было обетование. Kuriem tika dots apsolījums. Пока Европа ходила в этом завете и имела устои и принципы этого завета, Европа была благословенной. Eiropa bija svētīta, kamēr tā staigāja šīs derības ietvaros. Но как только Европа начала отходить от завета, bet kad Eiropa sāka atkāpties no derības, вдруг Измаил появился буквально. Un pēkšņi Izmēls parādījās burtiski. Kāds dzird mani? Буквально. Burtiski. Измаил появился вдруг ниоткуда. Izmēls pēkšņi uzradās ne no kurienes. Никто не мог подумать. Neviens nevarēja padomāt, ka tā notiks. Так вот, друзья. Tad lūk, draugi. Церковь, draudze, находится в Европе. Atrodas Европа это старый свет. Eiropa tas ir vecā pasaule. Nu церковь это то племя, bet draudze ir tā cilts, который имеет благословение благодаря обетованию, которое Бог дал Аврааму. Kurai ir svētība pateicoties šī derībai pēc Ābrama. Почему он сказал племена? Kāpēc viņš teica ciltis, zināt? Потому что каждая церковь она как племя пред Господом. Jo katra draudze ir kā cilts Dieva priekšā. И он сказал: подниму через тебя великий народ. Viņš teica, pacelšu caur tevi varen. Народ, в котором не действует завет, не может стать великим. Tauta, kurā nedarbojas derība, nevar kļūt lielu varenu. И поэтому он говорит, вот наступают дни, говорит Господь. Tāpēc Dievs saka, nāk dienas. Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu un Jūdas namu. Я верю, что там на древе, там на кресте. Es ticu, ka tur pie krusta. Иешуа. Через свою кровь, caur savām asinīm, пролившую, изледамс, принес этот завет, неса шо данный Аврааму,
kas dots Abrahamam. Прежде всего для израильского народа. Visu pirms Izraela. А потом и для всех тех, кто уверует. Un pēc tam arī tiem visiem, kas noticē. Я не верю. Es neticu. Что сегодня Израиль до сих пор находится в Синайском завете. Ka līdz šai dienai ebreju tauta atrodas Sinajā. Со всем уважением ко всем теологам. Ar visu cieņu pret visiem teologiem. Я верю, что Израиль. Es ticu, ka Izraēla. Находится под благословением. Kā atrodas zem svētības. Krāvī Isusa. Jēzus asinīs. Я верю, что ты находишься под благословением крови Иисуса. Es ticu, ka tu atrodies Jēzus Kristus asins svētībā. Поэтому Библия говорит. Tāpēc Bībele saka. Что все это милость Божья. Ka tā visa ir Dieva žēlstība. Не все будет как сегодня. Не viss vienmēr būs tā kā šodien. Мы сейчас будем молиться. Mēs tagad lūksim. Я не хочу сегодня много проповедовать. Es daudz negribu sludināt. Я хочу сказать только лишь то, что Бог положил внутрь меня сказать тебе. Es tikai gribu pateikt to, ko Dievs man ielicis. Есть время. Ir laiks. Когда Бог призывает нас. Kad Dievs mūs aicina. Он призвал Авраама. Viņš aicināja Ābramu. Или еще Авраама. Vēl что Ābramu. Это вопрос спасения. Tas ir glābšanas jautājums. Ты становишься верующим. Tu kļūsti par ticīgu cilvēku. Верующим становишься. Kļūsti par ticīgo. Есть время. Ir laiks. Когда Бог дает тебе новое имя. Kad Dievs dod tev jaunu laiku, jaunu vārdu. Но ты до сих пор не поймешь. Tu, говоришь, и лелеешь Измаила. Представляете, как несправедливо, негуманно. Бог говорит, сделай все, что говорит тебе твоя жена. Изгони рабу и сына ее. Un, ziniet, cik nehumāni tas ir, kad Dievs saka, izdara tā, kā saka tavu sievu, padzen šo kalponu ar viņas dēlu. Слушайте, а мы еще лелеем Измаила. Mēs vēl glaudām Ismaila. Я вам еще одну вещь скажу. Я вас люблю же, должен я вам сказать, потому что я вас люблю. Es jūs mīlu, man jums jāpasaka vēl vienu lietu. Пока мы отделяем Израиль от завета. Kamēr mēs atdalām Izraelu no И пока мы не двигаемся, пока мы не двигаемся, если мы двигаемся, послушайте, это очень важно, вы можете со мной спорить, потом, может, в следующий раз не пригласите меня, кто его знает, но я вас люблю. Не, Инесса меня всегда пригласит. Аллилуйя. У нас особенное отношение. Я вам скажу, es пока Kamēr церковь draudze не отдала место Израилю, на котором Израиль должен быть, nav atdevusi vietu Izraelam, tā uz tās, tā то вету, куда Израиль Она говорит, хоть бы Измаил был жив пред лицом твоим. Viņa saka, kaut Izmails vien būtu dzīvs tavā vaiga priekšā. Поэтому у вас была конференция, я творю все новое. Tāpēc jums не bija я, Господь. Es daru visu jaunu. Un Понимаете? Tas notiek. Друзья, это серьезные вещи. Tās ir nopietnas lietas. Я вам скажу пророчески. Es jums teikšu pravietiski. Кто-то примет, а кто-то пойдет дальше. Kāds pieņems, un kāds ies tālāk. Un stipri kritīs. А кто-то примет, kāds pieņems, и что-то произойдет. Un kaut kas notiks. Ему будет дана эта буква. Viņam tiks dots šis с имени Господа. No tā kunga vārda. И он родит Исаака. Un viņš piedzemdēs Īzaku. Аллилуйя. Аллилуйя. Три этапа. Trīs posmi. Бог призывает тебя. Dievs tevi aicina. Ты выходишь из Ура Халдейского. Tu izeji no Kaldēju Ūras. Из язычества. No pagānisma. Ты оставляешь язычество. Tu atstāji pagānismu. Но ты еще рождаешь Измаила. Bet tu vēl dzemdini Izmaēlus. Бог дает тебе новое имя. Dievs dod tev jaunu. Но ты еще не поймешь. Vārdu, bet tu vēl nesaproti. И третий момент. Un trešais moments. Сам Господь. Pats Вначале Kungs. Он говорил. Sākumā viņš а теперь saka, Господь берет двух ангелов и приходит к тебе обедать или вечерять. Kad Dievs ņem divus eņģeļus, un viņš nāk pie tevis vakariņās. И говорит, un saka, через год pēc gada, у тебя будет сын. Tev būs dēls. Кто-то со мной. Kāds ir ar manīm? Три этапа. Trīs Я не знаю, на каком ты находишься. Не знаю, куда ты я еще сам даже не пойму, на каком я нахожусь. Ближе, не спрот, я надеюсь, только на первом. Даже хочется пожить еще. Гривасал, подзывай. А ну, поиграйте нам на клавишах. Мы сейчас будем молиться. Есть клавиши? Клавиши есть? Гитара давай, брат. Гитара. Гитара, брат. Карабаши. И вот это саксофон четко.
Вы что-нибудь получили для себя? Jūs šodien kaut ko priekš sevi saņēmāt? Воздайте славу Богу. Dodiet slavu Dievam. Господь благ. Dievs ir labs. Господь благ. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Jā. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Мне полгода пожить, я уже начну на латышском проповедовать. Пусгада я подзиву, он и слава. Может, Алтриса отправить в Иерусалим, а самому Кулдыгу? Но я не могу, я его бизнес как поведу, это проблема большая. По телефону, я понял. Он согласен. Нет, давайте каждый пусть будет на своем месте. Хорошо, где наши? Карабашанта, рабаранда, рабандире, барабанда, рабандоро, бондо. Риба дебра лабанда, раба. Рибенда, рибендо, робондо. Аллилуйя. 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 Кир. 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 Кирс. Кир. Кирс. Почему Бог назвал его помазанником? Капец, Диос не сказал про свадьбу. Потому что он имел слово от Бога помочь построить храм Иерусалиме. Jo viņam bija vārds no Dieva palīdzēt. Мы сегодня часто говорим небесный Иерусалим. Mēs bieži sakam debesu Jeruzalem. Все должно быть оставаться на своих местах. Visam jāpaliek savās vietās. Но чтобы вы знали, небесный Иерусалим сойдет точно на то же место, где стоит земной Иерусалим. Lai jūs zināt, ka debesu Jeruzalem nolaidīsies tieši tajā vietā, kur ir zemes Jeruzalem. И сегодня мы еще пока написано живи на земле и твори добро. И rakstīts, mēs pagaidām dzīvojam uz zemes un darām labu. Мы должны стремиться в небеса. Mums jā нужно и то делать, и этого не оставлять. Почему Кир назван помазанником? Капец, Кирс тика носок спор сведито. Потому что он буквально тобой скажешь, бурки, исполнил, что было ему сказано о Израиле. Издарей то, ко, кас бие текст виням пар Израилу. Это тоже Эзра, то, что мы с тобой говорили, первая глава. Тер Эзра с первого нодельку мы снимаем. О, аллилуйя. Я хочу вам сказать такую вещь. Эс грибим стейк та две лета. Все, что в духе. Viskas ir garā. Все, что Исаак. Viskas ir Izaks. Имеет вечную природу. Там ir мужīga daba. Потому что рождается от Бога. Tāpēc, ka tas dzimst no Dieva. Все, что по плоти. Viskas ir miesa. Все, что Измаил. Viskas ir Измаэлс. Не имеет вечной природы. Там nav garī, мужīgas, Поэтому в определенный dabas. Момент. Tāpēc, noteiktā brīdī. Бог говорит, изгони рабыню и сына ее. Tāpēc Dievs saka, padzen šo kalponu ar viņu dēlu. Mēs zinām. Как сказал апостол Павел. Kā teica apostols Pāvils. Что земной Иерусалим в рабстве с детьми своими. Ka zemes Jeruzalem ir verdzībā ar saviem dēliem. Но если мы слушаем то, что сказал Иешуа. Bet ja mēs klausāmies to, ko teica Иешуа. Иешуа сказал, доколе не скажете, благословен грядущий во имя Господне. Иешуа teica, kamēr neteiksiet, svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. И уже началось. Он я версация. Есть люди, которые говорят. Но и человек из Сака. Не за горами время. Но из Калны. Когда больше людей. Когда вайрак человек. И Никодимы. Он Никодимы. Иосифы, которые были в Новом Завете. Он я. Скажут бы я у надерива. У тебя глаголы вечной жизни Иешуа. Благословен ты грядущий во имя Господне. Святить Господа Кунга Варда. Друзья, нам нужно. Kungs mums vajadzīgs. Вкладывать себя. Ieguldīt sevi. В будущее. Nākotnē. Мы будем глупыми. Mēs būsim muļķi. Если мы будем лелеять Измаилов. Ja mēs žēlosim Izmaēlus. Бог нам предлагает откровение. Dievs piedāvā mums atklāsti. Бог нам дает видение. Dievs dod mums redzējumu. Я пророк, я должен говорить правду. Es esmu pravietis, man jāsaka taisnība. Если мы будем лелеять свои церковные проекты, ja mēs savus, glaudīsim savus если мы будем лелеять свои семейные проекты, savus ģimenes projekts, ja mēs tos glaudīsim. Бог хочет что-то сделать на международной арене. Dievs kaut ko grib darīt starptautiskā arēnā. Бог что-то хочет сделать Dievs kaut ko в этом мире. Šajā pasaulē. Он хочет потрясти этот мир своей славой. Viņš grib satricināt šo если мы будем лелеять Измаилов, ja mēs glaudīsim Izmaēlus, Мы так и не придем туда, где нас ожидает увидеть Бог. Mēs nenokļūsim tur, kur Dievs mums У Бога есть redzēt. Определенный четкий план Dievam ir noteikts для нас, plāns priekš mums.
для всех нас. Katra, visiem mums. И поэтому, друзья, это не просто, что я сюда езжу уже 10 лет. Tas nav vienkārši, ka es 10 gadus braucu šeit. Я не знал во все, во что это вытечет. Es nezināju, uz ko tas, par ko tas izvērsies. Вчера встречался с пастором Алексеем, сказал, я хочу служить людям. Он, когда стыкнулся, людям служить. Мацит Алексей, я гриб колпот. 10 лет назад, когда мы приехали, я сказал, я хочу служить людям. Es, kad 10 gadus atpakaļ atbraucu, es teicu, es gribēju kalpot cilvēkiem. Я пытаюсь отдать все, что Бог дает мне, все, что есть. И сегодня я хочу служить людям. Я не знал, во что это выльется, но я знаю одно. Бог хочет благословить вас. Я знаю одно, что Бог дает этот контакт между нами. Плюс-минус. Минус-минус. Плюс. Кто минус, кто плюс, не знаю. Не важно. Минус, куш плюс. Пусть я буду минус, это хорошо. Бог дает нам контакт. Бог что-то делает. И поэтому, друзья, нам нужно быть достаточно мудрыми, осторожными, аккуратными, чтобы не проклинать то, что Бог созидает. Я проповедовал вам о Моаве, о Руфе и о Орфе. Про Орфу, про Моаву и Руте. Это очень важно сегодня, друзья, каждому из нас понять, что у нас лично завет с Богом, что у нашего племени, у нашей церкви лично завет с Богом, и что у Израиля завет с Богом, и все мы едины. Бог хочет что-то сделать. Еще, да, сказать? Еще надо мне сказать. Кто-то скажет, может быть, потом, ой, какие вы гордые евреи. Ну, мы евреи, мы не виноваты. Я хочу сказать, Бог восстанавливает священство. Dievs atjauno priesters. Ой, я пошел дальше. Еще посидите чуть-чуть. Бог восстанавливает священство на земле. Dievs atjauno priesterību uz zemes. Бог восстанавливает. Dievs atjauno. То, что было в первой церкви. Tas, kas bija pirmajā draudzē. Бог восстанавливает откровение и ведение. Это не связано. О, раба! Зинашенс дерим. Бог поднимает некоторых служителей. Dievs pacēļ kalpotājus, которые имеют еврейские корни. Kuriem ir ebrejs, и у которых есть что дать и обогатить церковь. Kuriem ir ko dot un darīt draudz bagātu. Надо быть аккуратным. Меня не впечатляют вообще толпы сейчас. Не впечатляет вообще, сколько у тебя людей в церкви, а сколько у тебя людей в церкви, сколько у тебя людей в церкви. Фуль, апостолы вообще не вели этих разговоров, они просто шли и влияли на людей. Вы знаете, апостолы, когда они шли, они не приходили и не искали, кто что им даст. Они не искали денег. Я вам скажу больше этого. Апостолы и не проповедовали о деньгах. Они, может быть, учили людей, что нужно быть жертвенными. Но я скажу вам такую вещь. Апостолы передавали помазание, ведение, откровение людям. И вот это то, что сегодня не достает в мире. Каждый строит свое царство. Каждый строит свое служение. Каждый строит свое будущее. Но Бог говорит, остановитесь. И познайте, что я Бог. Буду превознесен народом. Друзья, это серьезные вещи. Когда я смотрю на некоторых людей, когда я смотрю на даже человека, я могу определить, как Божий человек, es, kā Dieva cilvēks, varu noteikt, будущность того или иного служителя. Nākotni vienai vai citai kalpošanai. И в эти последние дни я четко вижу, un šajās pēdējās dienās es skaidri redzu, что Бог делает. Ko Dievs dara. Четко. Precīzi. Бог делает такое невероятное. Dievs dara kaut ko tīri neticamu. Есть церкви, которые Бог имеет в виду. Ir draudzes, kuras Dievs ņem vērā. Есть пастыря, которых Бог имеет в виду. Ir mācītāji, kuras Dievs ņem vērā. Есть семьи, которые Бог имеет в виду. Ir nauda, kuru, ir ģimenes, kuru, и он начинает к ним обращаться. Un Dievs sāk uz viņam runāt. Hey!
Бог Эль-Шадай. Es esmu Dievs El-Shaddai. Ходи предо мной и будь непорочен. Un esi taisns. А при чем тут я? А при чем тут? Мне Бог сказал там за американского президента, а я ему говорю, а при чем тут я вообще маленький, вот этот маленький человек с Иерусалима, где Америка, где Иерусалим? Он говорит, потом разумеешь, потом поймешь. Друзья, Бог вас имеет в виду. У Бога на карте сейчас Израиль очень громко, очень сильно, очень пламенно. Бог вас имеет в виду. Dievs jūs ņem vērā. Бог вас имеет в виду. Конфликт интересов. Interesu konflikts. Внутренний конфликт. Iekšējais konflikts. Наружный конфликт. Ārējais konflikts. Но слушайте дух. Klausieties garu. Раба. Kalpa garu. Слушайте сердце. Klausieties сердце. Не надо меня слушать его Инессу, еще кого-то. Надо слушать дух. Не, пастора нужно слушать. Ну вы понимаете, о чем я говорю. Мацитай вай клаусит, бет, надо слушать дух. Ядзерд ир гарс. И дух говорит, время. Гарс сака лайку. Время приходит. Лайкс туваяс. А как вы хотите сиять? Каюсь, грибец, Библия спирит. Говорит, тьма приходит на землю, и мрак на народы, но над тобою воссияет Господь. Вы знаете, кому это было сказано? Мы все так одухотворяем. Я вообще, меня Олег говорит, не одухотворяю, он прав. Ну, некоторые вещи надо одухотворять. Мы все так одухотворяем. Тьма придет на землю, и мрак на народы, но над тобой воссияет Господь. Знаете, кому это было сказано? 60-го. Городу, где я нахожусь, где я служу. Иерусалиму. Tas tika teikts Jeruzalemē. Неделимая столица Израиля. Недаламая Израилс галспилса. И друзья, я просто хотел сегодня и вам послужить, я Израиль сказать. И вы, имея это откровение, и вы, имея эту связь, будете вот в этом старом свете в Европе, когда тьма на землю, мрак на ногу, вы будете сиять, потому что вы связаны с Иерусалимом. Друзья, да, вы связаны с Иисусом. Да, вы связаны с Иисусом, да. И прежде всего это, потому что вы можете быть связаны с Иерусалимом, но без Иисуса вам не поможет. Потому что вы же не хотите только в этой жизни надеяться на Господа. Вы же хотите попасть туда тоже. Но я вам скажу одну вещь. Иной раз есть вещи буквальные, друзья. Буквальные. Буртискас. О, я за эти несколько дней увидел пророческую картину. И все-таки я думаю, что где-то мы можем ошибаться, мы видим четко, что Бог будет делать. И Бог вас имеет в виду. Давайте встанем на свои Килама санто лобре килимосе. Ребеде клери аламасом праламо сенто лор яс. Кимбреле ма санто лобре килимосетея. Rebenendo lo rosso tobo di assombra la masito remendo lo rebenda la ribosenteria la mambre limo santo roa remenendo lo robosente rabasinto lo rebededea kimbresento lo robosia rebedicalerias rabando rosa rebedicalembra santo roboria Frenen colombre lima santo lorialas, chimambra la mosento lorialama santo, remenendo sampra la masia. Я обогащаю тебя словом, говорит Господь, для того, чтобы слово мое выросло внутри тебя, и чтобы слово мое облекло тебя, и чтобы слово мое, оно вело тебя. Я обогащаю тебя своим словом, ибо будут дни, когда слово мое, оно будет нечасто, и видения резки, но
я обогащаю тебя своим словом, и из этого родится великое и превознесенное мною, потому что прославляющих меня я прославлю, говорит Господь. Мы молимся за полное исцеление и восстановление. Положите сейчас руку на себя. Мы молимся за исцеление и восстановление каждого человека. Мы проклинаем всякий грех и всякую немощь. Мы говорим, что ранами Иешуа мы исцелились. И шляхе дворове ирпаэм. Бог послал свое слово и исцелил нас. И от могил наших избавил нас. Боже, аллилуйя, ты сказал, говори слово, и оно не вернется тщетным, но исполнит то, что я послал его сделать. Господь, прямо сейчас я посылаю слово в их жизни, в их судьбы, в их сердца, в их души, в их семьи, в их дома, в их церковь, в их город, в их страну. Я высвобождаю слово, Господь, и говорю, что ранами Иисуса они исцелились. Господь Иешуа, положи на них свою руку, прославь свое имя, прославь своих рабов, прославь своих помазанных. Господь, исцели их. Пусть сила Твоя придет. Пусть помазание Твое придет. Пусть всякая немощь уйдет. Дух глухоты, дух немоты, дух слепоты. Мы связываем Тебя именем Иешуа. Мы запрещаем Тебе действовать. Всякие вирусы, всякие простуды во имя Иешуа да будут сожжены огнем Святого Духа. Всякие болезни неизлечимые да будут сожжены огнем Святого Духа. Пусть сила, помазание придет во имя Иешуа. Ура-ба-ба-ба. Мы воздаем Тебе славу. Мы говорим, всякий бес на этом месте связан и уходит прочь во имя Иешуа. Раба-сан. Аллилуйя. Шидалабралабас. Кибала санто локобориалас. Всякое колдовство разрушено. Шаталабасия лакатататататататата. Килабалалабасая лакатарабурубедеберия. Курабашанта ларабосита ларабосия. Курабасанто лоробосия лакатарабасия. Рабала комбрели мас. Все, кто нуждается в молитве, выходите сюда, мы помолимся. Все, кто нуждается в молитве, быстрее выходите, быстрее, быстрее. Кила баралабаси, алабарабас. Закройте свои глаза и стойте здесь. Уже исцеление началось. Исцеление началось. Исцеление началось. Исцеление. Закройте глаза и принимайте исцеление. Исцеление на этом месте. Сила Божья на этом месте.